Средства массовой информации называют четвертой властью. Сегодня современное общество не испытывает острого дефицита информации благодаря профессиональным журналистам. Телевидение, радио, периодические и интернет-издания служат доступными источниками свежих новостей со всего мира. День журналиста Украины, традиционно отмечаемый 6 июня, является праздником не только для представителей СМИ, но и для всех людей, интересующихся важнейшими новостями из мира политики, спорта, искусства, шоу-бизнеса. Профессионально освещая то или иное событие, журналисты открывают перед нами окно в мир. Непредвзятое мнение, компетентность, желание доступно и интересно преподнести информацию – вот основные отличительные черты настоящих журналистов. Сегодня мы решили узнать у керчан, формируют ли журналисты общественное мнение, чего люди ждут от представителей средств массовой информации. Ну, современные журналисты оказывают сумасшедшее влияние на людей, потому что, в общем-то, все мнение общественное, оно строится благодаря современным журналистам. И хорошо бы, чтобы это мнение было как-то более близко самим людям, чтобы оно было не завуалировано там, ну и не заангажировано, и как-то помогало людям разбираться в той обстановке, которая происходит как в стране, так и в конкретном каждом городе. Я уверена, что действительно формирует мнение общества, потому что порой звучит настолько навязчивое мнение журналистов, которое проникает в сознание людей и заставляет аналогично думать. Хотя, я думаю, еще зависит от личности человека, который воспринимает эту информацию. Но это то, что вы хотели услышать. А скажите, чего вы ждете от современных журналистов? Наверное, более нейтральной подачи фактов и все-таки больше позитивной информации. Потому что действительно вы сами знаете, что негатив, он востребован в обществе, видимо. И как следствие, негативной информации очень много, она резонансная негативная информация. А для того, чтобы человек жил в мире согласия с собой, ему нужно больше позитива в его жизни, естественно, со страниц прессы, с телевидения, с экранов телевизоров. Я так полагаю. Поменьше показывайте плохих новостей. Это очень влияет, как бы так сказать, на поведение людей на самом деле, потому что видишь, сколько много негатива после таких новостей. Наверное, влияние достаточно широкое. От журналистов жду вкратце продолжать в том же духе, освещать как можно больше событий. Если вы наши местные, тогда в нашем городе, если вы для республики, значит, в республиканском масштабе. Ну, быть более объективными, быть более активными. Ну и всего хорошего, удачи вам в работе. Сегодня сориентироваться в бушующем море самой различной информации и, как говорится, отделить зерна от плевел порой бывает довольно нелегко. Поэтому современная журналистика должна служить людям неким ориентиром в поиске необходимой информации. Юлия Котлер, Антон Плотников, Новости дня.